Блин, Бишкек, Роман, Костя, три Дима, знак Борис. Радио Костя, три Дима, знак Борис, за Бишкека. Радио Костя, три Дима, знак Боря. Дима, смотри, Ричард, выбрать 5-9, Олег, город Пешкин. Да, принято, Олег, позывной, подскажите, а 5-9, киловатт Ольга, 85, Павел, Леонид, город Троль, Дима, Дмитрий. И X8, МЛТ. Да, это, наверное, Дима, принято. Мы позывной, Елена, 28, Михаил, Леонид, Тамара, и X8, МЛТ, прием. Да, Олег, принято, вопросов нет, доброго вечера, 73, до свидания. А, Дмитрий, Гордовы? Да, Дима, Дмитрий, город Троль. Записано квартира 73. Да, 73, всего доброго. А Дима, вы что, если он всем Романге попал, добрый вечер. РСК-3, Дима знал Союз, он всем Романге попал, Слава РСК. Добрый вечер, Дима, прием. Да, Слава, рад слышать. Добрый вечер, 5-9, как обычно. Здоровья, удачи, до новых встреч. Добро, здравствуйте, пока-пока. Есть пометки еще здесь. Я думаю, вы помните, да. По телефону. Внимание всем приглашается. Елена, знакомый, Михаил, Леонид, Тамара, всем привет. Блин, далеко, вот, смотри, на Украине. Вот у людей техника работает. Нет никого равняться. Да. Ну, мощный этот телефон, сейчас спутник пробивает. Всем-всем, я Роман Костя, три Дима, знак Боря. В Москве радио Костя, три Дима, знак Боря. Всем, я Роман Костя, три Дима, знак Борис. Я радио Костя, три Дима, знак Боря. РФ-6, Леонид Танна, это 3-5-9, Дима, Дмитрий, Троиц, Слава Ольга, 85, Павел Леонид. Всем Ракрил, Ян, Елена, Жук, Ракрил, Ян, Елена, Женя. Ракрил, уезжай. Три Ульяна, Елена, Жук, Радио Костя, три Дима, знак Борис. 5-9, Дмитрий Троиц. Да, тетка, а это очередной встречи, 73, удачи. А вот 6 Амитан, но вот немножко не принял. Всего доброго. Там пока это пометка забил у вас. Это 6 Элайджи, 3-6. 73, удачи. Да, сейчас 5-9, опять. Да, Владислав, мы на следующих листах, я слышал вас, предыдущий 500 с Бишкеком. Всего доброго, удачи, 73, Дмитрий, микрофон. Слава Богу!
похоже, уже выскочил из зоны родения. Всем рад и Ульяна, Елена Жук, рад и уезжаю. А Дмитрий, а какая антенна у вас на передачу? Алинка 130 на передачу КНИА 22. Мне на прием 7000 работает два зигзага на польской решетке. А, понятно, то есть антенна не направленная, да? На передачу не направленная, на прием направленная, два зигзага на польской решетке. А, то есть она обращается как-то, да, у вас? Ну да, тут робот вытащил, да, когда надо. Ну понятно, очень громко проводить. Хорошо. Вопросы нет, всего доброго, через три удачи. Все доброго. Ну, это еще вас отличие. Здорово, здорово, проходите. Прям громобойно сейчас. Хотя уже спутник нарисовано. А я только вот сегодня получается на передачу узнаю, собственно, проводить, что ты не хочешь. Ты равно проводил 2017 для элементов, если я ответил, то есть, понятно. Вот. Я обратил внимание, что вас обычно слышно на северных лицах, когда спутник на севере. Ну, вот по северам ты всего слушаешь, смотрите, не пробиваясь, потому что только включится подача, и не закрывается. Интересно, сколько вы подаете на антенну? А, ну, сейчас где-то у вас 50. Ну, вот у меня на 22, потому что никакой не может сидеть у вас. Ну хорошо, тренировка еще хорошая, видимо, она тоже неплохо усилить подает. Иногда не хуже, чем я. Да, тут по всем сторонам, а как говорится, перетом, тут хорошо. Все доброго, да, да, Петр, так же, всего доброго, давай, удачи, до новых встреч. А теперь у вас какая проблема? А, ну сейчас мы прием от Т-736 на передачу Алинка по торпедству с усилителем самодельным. Ясно, антенна. Антенна 8 элементов. А, на прием 11 элементов передачи на одну стороне. Ну, понятно, хорошо, всего доброго, пока. Ну все, спутник ушел. Будь слышал. Да, мы его слышали, он до нас слышал. Так, надо выключать.